Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил работу котельной на улице Шевлякова. Сооружение 1960 года постройки модернизировали в 2016-м. Заменили старое оборудование и провели реконструкцию здания. Сейчас котельная обслуживает 30 многоквартирных домов, учреждения дополнительного образования, детский сад и отделение Люберецкого МФЦ. В котельной проверили приборы измерения и выполнили ревизию насосов. Теплом и горячей водой городской округ обеспечивает 81 котельная. Все сооружения готовы к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в Московской области начался уже 14 сентября. Первый раз мы начинаем отопительный период так рано. Ну, в силу того, что температуры снижаются, и мы ожидаем ночью 4-5, днем 8-10, вот такая температура. Я смотрел прогноз на ближайшие 2 недели, такая погода, а дальше уже октябрь, поэтому понятно, что мы тепло даем, запускаем.